Добрый день, меня зовут Дмитрий Лосько, я бренд-шеф компании «Мираторг». И говорят, что стейк – это что-то сложное, но на самом деле это не так. И я вам сегодня это докажу. Мы быстро, легко приготовим хороший стейк из мраморной говядины под названием «Мачете». Вытаскиваем стейк из упаковки. Смазываем немного растительным маслом сковороду. Обжариваем с одной стороны на раскаленной сковороде 2 минуты. Потом переворачиваем на другую сторону, обжариваем еще 2 минуты. Убавляем огонь на средний. И продолжаем обжаривать еще в течение 3-4 минут. Сняли стейки с сковородки, переложили на теплую тарелку и даем отдохнуть 2-3 минуты. Перед этим солим и добавляем немного перца. Все очень просто. Попробуй, и у тебя получится.